Минские оперативники задержали очередного наркодилера в Копищах. Более полукилограмма опасного вещества изъяли из продажи. Съемную квартиру парень арендовал специально для своего нелегального бизнеса. Во время обыска у преступника нашли 100 граммов марихуаны, 5 граммов психотропа и еще 400 граммов эфедрина. Наркотики дилер продавал через интернет. В настоящий момент оперативники устанавливают канал поставки наркотиков и возможный круг покупателей. В отношении задержанного Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 328 Уголовного кодекса за незаконный оборот наркотиков. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет с конфискацией имущества либо без конфискации имущества. Сообщается, что после окончания школы парень нигде не работал, а продажа наркотиков стала его единственным доходом. Кстати, ранее его уже задерживали за незаконный оборот.